А коробка заставляет тебя стянуться в одну кучу, в одну большую кучу. То есть ты стоишь здесь, у тебя все таргеты так. Единственный шанс против коробки более-менее разбиться, это становиться вот сюда и вот сюда. Типа по двумя. В другой ситуации ты хоть распластайся по всему борду, если ты стоишь против коробки, оно все останется вот здесь. И Энигма большой шанс, даже если она дает сюда, она цепляет 4-5 таргетов. Плюс Энигма может стоять во втором ряду и заезжаться от головов, как и Дуза. Плюс на Дузу будут смотреть все. То есть я, в принципе, потенциально больше люблю коробку. Но, опять же, я не уверен, чтобы она здесь работала. С учетом того, что моя луна пустая, то, что моя луна пустая и не может убить Дузу во втором ряду случайно как-то, и то же самое там с этим, с Энигмой, то я бы, наверное, стоял коробка. Если бы у меня на луне был бы мом и еще какие-то криты хотя бы, либо еще немножко зеленого урона, то уже бы коробкой стоять было бы хуже. Ну, по моим ощущениям, я бы стоял коробкой именно против такой незаряженной луны. Я хантами почти всегда в коробке стою. Дали всего понемногу. Четыре андеда? Четыре андеда, да, это вообще такое. Ну это Грэн ставил, это не у Штана было четыре андеда, а у Грэна. Ну меня Кираса спасла. Без Кираса я бы не справился. Хорошо, что Блэдмейл не собрал. Кираса бы... Блэдмейл бы меня потопил бы. Он, конечно, бы что-то дал, но... Кираса слишком сильный, а этом слишком имбалансный. Я маг? Две дудки, так-то это тоже очень вкусно. Баха. Еще могу Дуранжи подать и забрать ЦК. Но не ценой этого. И не ценой ослабления на первый раунд. Если будет хотя бы потенциал то, что это изменит, я сразу дам воид и все дудки туда. Вряд ли я буду ассасином в сегодняшней мете. Нахуй. Слишком большой херол нужен был. Я тут так справлюсь. По крайней мере, должен. Коть, это у нас ебабо. Запаниковал. Сука, надо всегда этому давать непонятные ситуации, ну нахуй. Если бы мне это стоило одной голды в пизду просто, я бы в берсерке просто был. Неплохой кусок на это пришел. И кусок Хантера тоже. Ну, Снупик это дерьмовый кусок Хантера, а вот на это неплохой кусок. Я могу один раунд обождать. Но я все равно его обожду, так или иначе. Держи. На это мне действительно понравились, особенно когда не все в них. Ну, тут уже побольше пытаются в них пойти. Раз, два, три. Я три насчитал, кто может в них пойти тем или иным образом. Тони. Бля, таргет переключился и пизда. Ну ладно, омник не самый главный найт все равно.
Есть гоблинский баф. Можно пожадничать, пойти в инком. Отказаться от найта, идти в мага. Без ничего. Давайте не буду жадничать. Забью на инком. Стану сильнее, попробую винстейк себе обратно вернуть, не знаю. Мудро, не мудро это. Я хотя бы попробую. У него там бешеный клок, конечно. Можно на бестиаи добрать. Но бестиаи мне совсем не нравится. Дракон точно очень ранний, особенно то, что я не хочу в нем задерживаться. Так, давайте проверим, что у нас по найтам. Найт до конца. Маг охуеннейший просто будет. Просто охуеннейший маг. Скорее всего, тоже маг. Скорее всего, тоже маг. Хант. Либо ассасин, либо маг. Open for, пока непонятно. Магов до хрена. Я могу в инком просто продаться. Ну один разор, и там уже три мага, и причем все с тониками, это пиздец. Там просто три тоника и все три мага. Я могу это все в инком сфидить. Найт пока, по-моему, один только смотрится. Я могу в найта хорошего стать. У меня причем две дудки, это для луны очень сильно. Я хочу найтом больше быть. Это маг. Это хант. Это либо маг, либо ассасин. Это все равно еще ничего не решило. Это open fort. Это типа найт, но хуёвый. Маг. Маг. Что-то я перепутал. Я думал, мне хватит на инком. Ладно, в теплый, ладно. Сорян, но... Игра меня повела в найта. Пожертвую инкомом ради того, чтобы... Ну, типа, жертва инкома ради того, чтобы лучше сделать выбор, это точно того стоит. Это точно того стоит, чтобы лучше сделать выбор, чтобы не идти пятым магом. Пятый маг это нахуй поебор, это просто поебор в этой игре. Я не хочу инком срать, но винстейка купит. Я очень не хотел инком срать, но ладно, винстейка купит. Мейн скупа по 1к, вряд ли. Не, лень, я очень давно не играл, и в МТТ сейчас очень много сильных игроков. Я мейн... Все равно буду катать с каким-то ожиданием, но нахуй. Там настолько копеечное ожидание будет, если перечислить в деньги, что я не знаю. Забейте. Джозеф меня все еще дефает. Заебал. Но его все равно попробивали. Пускай пока так стоит.
Можно, конечно, на дракона набрать, чтобы запустить. Можно растика скипнуть. Просто троллей бы под нее еще и дудки у меня есть. Она так много сделает под троллями. Луна вторая. И ЦК второй. Ладно, давайте реализуем ДК. Как-то это поможет. Эй, айтемы, пора выбиваться. Спасибо. Я могу продаться венком, но я слишком слабым стану, у меня уже плюс 2. Может поможет против кого-то хотя бы удержать второй ломник. Но он не выролится. В 2 на это более чем окей. ХП много, экономика слабовата. Без воида хотя бы, окей. Но моя луна его застимулирует сейчас. И он разобьет меня. БХ там что-то пытался нарезать. Жалко мой винстейк. Теперь можно ослабляться. Целая куча пришла, но я не знаю, она все нахуй не нужна. Отказаться от дракона пока что. Тролли сильнее, дракона потом выбирать. Еще кого-то продам. Хотя вообще продавать бы никого не хотелось. Боже, какой он крепкий. Кажана сбагрить. Добрать инчу. Ладно, доберу инчу пока что. Амбу воду продать. С инковым проблемой, у нас уже лустейк. Два драгонайта. Четыре ЦК, окей. Две дудки, конечно, это очень многое. Ну, походу в дракона решил уйти. Хотя у него там и кусок троллей. Два дракона, это хоть какой-то вектор на дракона. С одним драконом вот это сидеть, чалиться, это такое себе. Ну замерзни. Боже, блядь. Оставил лемов для этого человека. Он говорит, ему похуй. Ну а на следующий раунд, возможно, слабее выставится. Мне нельзя выиграть его. Хотя я настолько слабый, что мне там уже все калечит. По деньгам, конечно, трагедия. 13 раунд. 22. У нас стафа много. Ладно, хоть в этот раунд 30-ку выйдем. Постою, пожалуй, в 5. По-хорошему проиграть, но не в щепке. СЗЛ там уже подпушил. Но он что-то в таверну с таким пушем пойдет. Он полуэльф, полухан, полузвеинец какой-то. Здесь проиграю. И не в щепке. Тут что-то у всех с экономикой слегка трабло. У СЗЛ нормально, у Вука нормально, у всех остальных реально трабло. Так, этому я должен проиграть.
Справились. И не в щепке. Молодцы. Бля, вот эти две дудки, нарадоваться им не могу. Вообще он мне нужен. Но опять инком. Мне вообще все нужно, то, что у меня есть. Можно омника продать на какое-то время. Потому что на какое-то время он мне не нужен. Либо некро надо было продать сейчас. Но без некро я слишком сильно течь буду в следующие раунды. Пока не нашел последнего тролля. Можно было некро подать, но я, возможно, слишком сильно протекаю. Лустыка себя удержал плюс 2, так что... А это мы опять так себе. Более-менее, но так себе. Блин, этот парень там наворовал неплохо. Умник. Пока в тебя. Вообще в дальнейшем это догон будет, так что я лучше в какого-нибудь там Абадона утоплю. С деньгами дикий трабл. Даже дазва поставлю. На всякий случай, чтобы лишнего дэмэджа не получать. Я не особо сильный сейчас, даже с умником. Ну, тоже в троллей пошел, но правильный выбор. Ладно, попробуем мидстрикать. Пожертвую еще один раз инкомом. Второй тролль меня усилит. Некр там очень быстро сейчас заезжается. Куда вы ролите? И так бабок нету ни у кого. Так, ГМ пошел в ассасина. По предметам два потенциальных мома, но у него по юнитам, по утилити у него очень плохо. Это демон с момом, короной. Золотая змейка? Охереть, я не знал, что такая есть. Золотая змея. Омник там в углу похилился, крыса. Просто крыса. Вместо хелпы просто в углу себя хили там. Ого, он меня пробил на 6 нейтах. Вот у него сейчас очень сильно стоит. Из минусов это его экономика, из плюсов он очень сильный сейчас. И куски очень хорошие. One of DK, one of этот, Abba. И one of Luna. Он очень сильный. А этому у него чуть-чуть неправильно раскинуто, ну да похуй. Ладно, постоим так, повеемся. И у него там еще два овка Жана. Бедный омник, еле успел нажать кнопку. Еле успел. Как же все дохнет. Чуть мне кажется, Абадон не справится.
Ну ладно, мы хотя бы уже под дазлом до пизды. Золотой кабан. Я хочу золотого кабана. А, ее поменять можно было. Три змейки на одну золотую. Я не особо хочу ролить. Мне, конечно, нужно это делать, но я не особо хочу. Ладно, давайте поролим. Еще раз могу позволить себе. Кожанчик. Лети. Что-то 8%, по идее, меня должен засопортить этот дазл. Нихера ты там проролил. 7 этих фантома. Как ты выигрывать собираешься? Опа. Зел таки успел. Но ценой почти всего. ХП так всего. Он успел рольнуться в эльфа. Хантера. Чейнмейла даже нету. Трагедия. Вот некр и в эти вот. Против эльфов найты плохо дерутся, даже под троллями дэмэджа не хватает. Но с варлоками это жесть. Или там просто хотя бы с некром, который весь этот файт сидит и хилит. Я ему стейк не сбил. Повезло ему. Там были намного сильнее меня парни. Кто бы пришел и сбил ему стейк. Дилуна пока постой. На грипов. Двадцать курьеров, ничего не пришло. Пусто, плохо. А не, не пусто. Котя слепой. Апаем восьмой. Ладно. Это того стоит. Держи луна. Это того стоит. Суэн оказался бесполезным мусором. Да. Соляви. Впрочем, как и все леги, которые любят подобавлять. Лопаты ты. Успел. Ладно, мне хп позволяют, надеюсь, меня слишком сильно пробивать не будут. Фулл найты. Тролля вытащил еще. Но он еще даже найтов тоже не проапгрейдил. У него все вот эти так иванов и остались. Ну, у него инкома уже нету. 24, чуть-чуть вернул, но слабенько. Я даже без фулл найтов каким-то чудом с ним справился. Некр там нахилил, что ли, за всю команду. Что у вас там с Абадоном случилось? Блин, поверь, то, что я даже так лучше буду дефаться. Сэм в тролле найтер. Я боюсь, то, что его сотрут в темп. Без найтов вообще не... Свен тролли найтах. Это куда я его тебе должен запихнуть? Без шести найтов на него щиты не будут распространяться. На шести найтах он не будет работать. Не зря повеял в ЦК, молодец. Айзел там с концами, да? Аба на скамейке Т2, а на столе Т1. Блять, чат. Вот такой ситуации, конечно, хочется, блять, ролл в пол нажать и дособирать СК и луну. Но справедливо будет, наверное, левелапать. Ладно, давайте я сейчас не буду даже левелапать. Если мне пойдут еще там хаосы и луны, то я нажму кнопку в пол. На кой хуй мне 6 найтов, если я могу сделаться нереально сильным за счет этих просто
ребят. Иначе просто когда проапаю 9, я сожгу инком и уберу 2-2 юнита на скамью и не буду их реализовывать. Маг, конечно, мне сейчас объяснит, что мне нужны 6 найтов, а не 2-2 луны и 2-2 ЦК. Хотя некро что-то пытается спасти меня. Некро реально пытается, чтобы я не сильно получил. Спасибо, некр. Спасибо. Там вообще некр не успел. Блять, как же байтит она? Как же игра байтит, пиздец. У меня уже все тролли есть. И одного на это только не хватает. Ладно, я пошел в левел более стабильно сыграю. Маг вытает. И не он один. Кстати, сколько магов было? Остался демон. И один всего лишь маг. И он даже тоника еще не собрал. Но тоник ему экономику, конечно, Найс сделал. Это больно, по-моему, было сейчас. Хотя у меня два танка в обход пошли, как крысы. Бедный некор. Два танка, конечно, по красоте нахуй беде его пошли в обход. Оп, Дейва даже срубил, найс. Бах там растет. Фу. Тролль, держи ответственную должность дебафать. ВД будешь каски закидывать в темп. Сука, ВД. Живи давай. Ну не хочешь, как хочешь, сейчас тебе догон соберу, вложу. Как богатенько мы выступили. Какой богатый тут выбор, ребята. Ух. Ух, как там насыпало. Нашел. На, дракон. Он не захотел брать, возьмешь ты. Так, омник, ты у нас копилка, колец, я помню. Это ты и Тони. Ой-ой-ой. Не запускайте мне эту паскуду больше. Опа, пополнение айтемов, спасибо. Это мне очень пригодится. Это ГН был. Жаль. Очень жаль. Но за айтемы спасибо.
Ну, мы успели какую-то форму набрать за счет всей экономики, но первые, конечно, 15 роллов был провал. Очень мало нашли. Из плюсов у него луны лишней нету. У него кожан есть. По предметам он тоже такой себе. У меня две дудки в луне, это очень хороший потенциал и почти БКБ. Ну а с острым ножом я хз, что делать. Не мой калибр пока что. И там уже Энигма. Хотя вот этот парень его нормально размял. Хотя бы стык сорвали, уже неплохо. Инком, конечно, мы спалили в ад. Просто с магом потом, если он сейчас еще заинкомит, а он инкомит, если его сейчас пробивать не будут, то мне потом с ним придется драться с Некрофосом. А я не доролил луну, Найт усилился, может вообще стать сильнее меня, если у него Бангвар тогда прилетел. Он станет меня, если ЦК вырастет, то он станет на порядок сильнее меня. У меня и до этого дракона нету, и Вангварда нету. И Кожана нету. Доброе утро, Farm for Fame. Вот меня пробил. Он действительно стал этим демоном. Так спит, так себе. Но у него десятка армора, это, конечно, плюс. А то, что у него 10 армора, это, конечно, хорошо. Надо посмотреть, как он вообще прожимает. 5 воинов. Ну, заряжается он очень бодро. Плита. Чё-то мы так себе поэтому в этой игре. Я его теоретически поезжить могу, у него 13 хп. Надо просто верить, что я его поезживу, а потом ролить. Чтобы найти дракона и луну. Он, конечно, немного лун штрафанул, но маловероятно то, что я за такие деньги найду луну. Т3. Барт нашел на нас управу. Он хаос еще не нашел. Что-нибудь нашел из крутых айтемов еще, не? Че, ничего не нашел, что ли? Он вообще, походу, ничего не выбил тоже с мобов. Или не успел просположить. Я его даже с Т3ЦК еле побеждаю. Если он своего выпустит, мне пизда. И то мне уже сейчас стоик могут сорвать по факту. Я еле-еле победил, хотя я его на ЦК с целого старше. И что мне с ним делать, если он найдет? И уж никто нахуй не выбьет. Ладно, пошел я за луной в пизду. Но острый нож из плюсов застоял на девятом. Из минусов у него есть и Исп, это почти Т2 Энигма. С Т2 Энигма я не побоюсь, вот такой стенкой уже не пройти.
Это вам не орк, не орки. Через такую стенку уж точно не пройти. Сайленс на тоне. Приятно. Вперед, дракон! Да, если там будет два энигмы, это конечная для меня. Хотя он демон нормально с кем-то борется. Так, почти, почти освободились на этой. Ну там, правда, три луны всего освободится. А он меня задефал. Блять, это катастрофа, нахуй. Я пошел дальше искать. Он в десятый идет, что ли? Не. Я чуть умника не продал. Я думал, что я вообще умника засырил. Т2 Энигма. Ёбаный рот. Если кто его будет выбивать, то это точно не моих рук дело. И тут еще ассасян, из-за которого широко не станешь. Плюс 663. Ты про террора там или чё? Нихера тебе влетело! А чё не мне плиту? А чё мне плиту не скинул? Вот это там этот снайпер. Я хочу его айтемы себе. Но в один ход он меня не может убить из плюса. Не знаю, мне даже против этого уже и некр не поможет. Если честно. До 37-го я не доживу, если он сейчас по мне проедется. Давайте поверим, то, что не он по мне сейчас поедет. То, что ко мне пойдет кто-то другой. Ты же меня выбить не можешь, нет. Давайте поверим то, что не острый нож к нам в гости пойдет. Со своей энигмой. Это он даже без плиты так ебашит? Боже. Спасибо. Спасибо, игра. Вот этого парня надо освободить, я его предметы хочу. А я его только что пробивал, но он проставился под мой угол. Дузы свои. И пробил меня в ответ, я понял. Все, Найт свободен. Морбит! Морбит! Но я все равно не усп... Вот это, конечно, ты мне принес. Просто все закрыл. Закрыл Вангуард, Блэдмейл и Морбит. Ну, и Маднес. Спасибо, бро. Спасибо. Просто один... Найту это друг. Друг, помощник. Точно не мрак. Есть два варианта. Либо сейчас искать луну, как дурачок. Три штуки. Либо пойти в левелап. И поверить то, что луна сама свалится, и поставить андедов на некрой. Потому что без некра я вот этого вообще не смогу никогда выиграть. Без некра его не выиграть, точно. И еще плохо то, что я с ассасином еле справился. Demon Edge. Был бы Battlefury, если бы я уже не потратил предметы. Если продал бы вот этого парня. Ладно, давайте один раунд посидим так. Ко мне приходил... Ну, а, там сбилось из-за того, что... Ладно. Давайте посидим раунд просто так. Я поставлюсь даже по шее. Battlefury бы не сильно зарешал на ЦК. Ну, луну. Демон. Вангуард даже, по идее, лучше. Пускай ну не будет. Острый нож. Пизда мне. Ну, я хотя бы широко встал. Боже, блядь. Мне нужен БКБ на луне. Из плюсов я жив. Я его пробил. Сучий рандом на моей стороне.
Без луны, конечно, будет тяжело. Но я, по идее, сильнее намного этого ассасина, так что плохо, как я стою. У меня только единственная проблема — это маг. Хотя и хантом неплохо против меня дается. Ебать там Снупи! Походу у меня еще одна проблема появилась в игре. Ну, с луной я смогу драться. С луной некром, но у него почти сейв готов еще. На каком-то рандоме я его могу пока выбить. Да-да, рандом работает. Там куда-то постелил, я вообще даже не знал, что он сюда может постелить. Оп, щиток, то что надо. Сучий рандом! Сучий рандом за меня играет. Так, кто у нас еще без щитка? Держи, бро. Возможно, мне стоит встать назад, чтобы щиты успевали подрубаться. Против ханта, по идее, они не успевают рубиться, они дэмэдж просто ни за что получают. Да, там он как раз стоился еще до возможности. Надо встать куда-то вот сюда. Блядский куст. Ну, Абба с вангуардом, конечно... Ой, этот с вангуардом очень много делает. Очень много. Все, сучий рандом. На, нахуй. Как я тебя не пробивал, Анвок? Как? Найты сбаланшены теперь. Найты до этого были норм, теперь вообще в порядке. Именно такие. Если бы я был бы драконом, то ты бы меня выжег.